Вот так выглядит Виктор 26 июля. Еще недельку, через недельку будет готов. Отличный размер ягод. Неплохо набирает цвет. И удивительно, но кое-где уже клюнула оса. Поэтому сейчас одену мешочки. Хотя бы несколько штук. А здесь Лора готовится к созреванию. Ей надо поболее времени, чем тройке Крайнова. Осы уже пытаются бить ягоды, поэтому я защищаю свои грозди от ос. Вот видите, как я показывал, у меня уже есть видео, ссылочку слева вверху. Видите ссылку на видео, в котором я рассказываю об этих вот мешочках. Мешочки для защиты от ос. Вот он, берешь мешок сшитый. Одевается очень легко, очень просто, очень быстро. Раз, завязал узелок и затянул. Все, можно на второй узел, можно просто так его оставить. Гроздь защищена. Ни оса, ни мошка через эту сетку сюда не попадет. К тому же служат эти такие сетки несколько лет. От солнца материал не сыпется, при дождях вода не задерживается. Очень удобно и очень практично. Самое главное, что защищены ваши ягоды от повреждения осами. Сейчас еще закроем несколько гроздей. Вот, а это преображение. Сейчас мы гроздь преображения спрячем. Обычно тройка ягоды с тройки Крайнова не повреждаются осами. Ну, в небольшой степени. Но на всякий случай укрою, закрою и их. Вот так. Кстати, ссылочку на место, где можно приобрести такие мешочки, вы найдете в описании видео. Мне очень нравится пользоваться такими приспособами. И еще вот так. Смотрите, как быстро, легко и просто. Очень рекомендую. Быстро, легко и просто. Все. Еще один. Надеваем. Делаем узелок. И завязываем. Все. Вот такой примерно вид мы имеем. А это супер экстра, сигнальный урожай. Осы съесть его не успели. Завтра сами съедим, едем на море, на Азовское.